Когда тебя обидят больно, забыв добро, твои труды, и гнев в груди вскипит невольно, о кротком ангце вспомни ты. О, как злословили, кричали, а он молчал в своей печали. А если встретишь поношение и незаслуженный позор, на претерпевшего мучения направ скорей свой скорбный взор. Подумай, сколько поруганий он перенес в часы страданий. Ударит ли тебя рукой, ты сердцем горько заскорбишь, но будь ты кроток, добр, спокоен, и этим самым победишь. Когда Христа терзали, били, уста его о них молили. Увидишь ли несправедливость, и затуманится твой взгляд, с любовью, мудро, терпеливо, скажи о том, как брату брат. Господь словами и примером сам обличал всех лицемеров. Проси у Господа терпения, когда тебя злословлят, бьют. Если ищут примирения, прости от сердца, позабудь. Нам Слово Божье возвещает: блажен, кто искренно прощает. Итак, мой друг, учись смирению, в смирении сила, Божий свет. Смирись, что был ты в день прозрения, характер Господа одет. Тогда внутри или снаружи твой мир сердечный не нарушат